Значит так, при перестановке вязального аппарата с заднего на переднее отверстие, значит, вы его переставили, да? Потом вам нужно укоротить цепь. Естественно, переставить дугу, мерительную звездочку, само собой. Затем вам нужно удлинить тягу игл. Вот у меня, я сейчас делал вот так, вот на подшипничек посадил. Вот, но вам, скорее всего, придется перерезать ее пополам и удлинить на 2,5 сантиметра. Возможно, еще придется вырезать вот тут вот уголочек. Тут было ровненько, я вырезал, потому что дуга, не хватало вылета игл, дуга становилась, упиралась, а вылета игл не хватало. Вот, и, естественно, регулировка вот этих вот болтов. Все, как правило, регулировки хватает. Ну, некоторые перегибают иглы. А так, все.